Всем добрый день. Я хочу записываю видео на ходу буквально. Почему? Потому что очень не терпится с вами поделиться своими ощущениями. Думала, заеду, все это красиво сниму. Нету на это времени, поскольку такой насыщенный сейчас период в моей жизни. Вот. Но, как всегда, не хватает энергии. Да? Для себя открыла такую вещь. Недавно, буквально пару дней, 3 дня пью этот продукт. Сейчас покажу, как это все работает. Скажу только очень быстренько, ребят. Значит, наливаю водичку. За счет того, что сейчас у нас везде очень много натрия и существует дисбаланс калия и натрия, продукт, который я хочу сейчас показать, как он работает, это называется Пентакам. Калий в состав входит витамин С и рибоза. Что это такое? Но если просто, совсем-совсем просто, то это нужно абсолютно всем. Это наше настроение, это наша энергия, это наше все. Вот сейчас таблеточка дошипит, я выпью. На вкус это абсолютно-абсолютно как боржоми, один в один. Но что дает? Вот уже несколько дней я наблюдаю, что абсолютная ясность в голове, энергия через край, не только у меня. Я даю этот продукт своему супругу, и одна моя приятельница недавно приехала с отдыха, тоже брала этот продукт, и там злоупотребляли спиртным. Так вот, такие наблюдения. Те, кто на ночь пил и утром просыпался, пил, были как огурчики. Те, кто не пил, ну, соответственно, вот. На вкус очень приятно, это как боржоми, еще раз повторюсь. Одна бутылка энергетического напитка стоит 200 тенге, минимальная цена, да, есть по 400 тенге. Так вот, одна таблетка этого продукта, Пентакам, я не буду описывать, что это, вы посмотрите, как он, ну, описание посмотрите, я просто хочу рассказать его действие, что одна таблеточка, это все равно, что вы выпили энергетический напиток, но только в отличие от энергетических напитков, в состав входит кофеин. Здесь калий в такой легко усвояемой форме, в хелатной форме. Вот у меня все уже дошипело, я допиваю. И впереди у меня очень много дел. Всем здоровья и энергии.